ситуация пока хорошая, так как мы идем вперед. Иной она не может быть. Да. Давно здесь? Давай, собирайся. Нет, я здесь с 4 числа и до победы. Шахтерский уже? Нет, шахтерский, я только вот сегодня мы заехали. Да, по стороне, так что наша пятнашка пока сидит, ждет так, приказаний. Так, как батя что нам скажет, так и будем делать. Это, вот это вправо, это... Я сюда! Вот так вот по улице! Зачем ты поехал? Ну, скорее всего, за тем, что мой народ в свое время это пережил. У меня как-то это в памяти все, что творилось. Первое же название сепаратистам сослужили абхазы в постсоветском пространстве. И я уже понимал, что ну, война неизбежна, что она здесь будет. Пытался связываться с активистами, давал им те советы, которые считал, что они им пригодятся. Где-то следовали, где-то они в моменте ну, настороженно, недоверчиво как-то относились. Ну, неизвестно. По прямой дальше. Вон они над нами, видите, вон над нами. Давай, 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 Сережа. Посылки вон над нами, видите, оттяните голову. На машине жить. Тайга-Абхазу, работаем по ней? Все. Сережа, нужен штатив. Я так. Мы не добьем, просто не добьем. Так они не подойдут. Еще раз пошел. Слушай, профессионально работают. Это, бля, посылка. Это Ваня. Бля, на броневички туда подвижу. Вы на растяжке проверяли ночью? Да. Утром я имею в виду. Мы можем их на второй этаж поднять, чтобы они... Да, ты что же, Лёха, там с одного окна видно. Я не знаю, с какого сейчас. Вот это уже зона прямой видимости. То есть вот сейчас может работать снайпер. Вот он терминал прямой видимости. Вот аккуратнее отойдите. Вот он терминал. Осторожно. Не высовывайтесь. Вот, вот там дальше часть, то есть наша же пошла. Вот там уже передвигаться опасно. Мы до них достать не можем. У нас нет здесь пока что крупнокалиберных пулеметов, например, таких как вот было бы неплохо там заметить корт или что-то подобное. То есть ну, который да, высокоточный и крупнокалиберный. Утес. Ну, хотя утес, но лучше корт, потому что утес очень сложно. Там надо сандалить. Все, ну, да. Что можно, и неизвестно, когда попадешь. Ну, в итоге уже, когда полилась кровь, когда видели, что творилось в Славянске, когда выключили воду, свет, артобстрел, Одесса. Много можно перечислять тех факторов, которые в моей голове щелкнули и сказали, езжай. Теперь уже, после всего, после тысяч трупов моих мирных жителей, моей республики, вот и женщин, и детей, и обстрела градами по больницам и всего. Я думаю, что это уже враг. Это уже не противник. Это уже враг. И сдаться мы уже не можем, потому, как я уже сказал, у нас уже тысячи потерь убитых. Вот. А когда пыль всего этого действия войны осядет, вы увидите. То есть вот тысяча это убитых, это, я думаю, что только маленькая верхушка айсберга. Когда мы начнем считать пропавших без вести, непонятно где пропавших, то я думаю, что это будет не тысяча, а тысячи. Вот. И хотелось бы сказать и для украинского телезрителя, что, знаете, у нас соотношение потерь где-то 1:3 не в вашу пользу, а в нашу пользу. То есть на одного вашего, то есть на одного нашего убитого, ну или пропавшего без вести, примерно где-то ваших 3. Вот. Пусть это наемники части, которые не афишируются, но тем не менее это так, это я вам официально заявляю, поэтому не думайте, что вы побеждаете. А для убедительности я вам скажу так, вот уже по данным АТО, вот сегодня утром уже данные поступили, они якобы уничтожили вот здесь, вот, вот здесь 240 человек, и ими командовал полковник ГРУ.
Вот, то есть либо я полковник ГРУ, либо это 240 уничтожено. Вот. На самом деле был один легко раненый, мой водитель. Вот из того, что было. Вот поэтому вот так примерно ведется дезинформация, причем в жесткую. Это не просто привлечение. Вам еще раз, вот если зайдете в интернет, посмотрите, то по вчерашним данным в районе аэропорта вчера они уничтожили 240 террористов во главе с полковником ГРУ. Ну вот и думайте. Это именно думайте, в основном украинские телезрители. Что получается? Какая она реальность? Тишина в эфире. Вот. У них потери кратно больше, чем у нас. Я думаю, что ближайший серьезный бой как раз будет примерно в этом месте, где вы сейчас находитесь. Потому как добровольно они его давать не будут, аэропорт, однозначно, они не могут отдать. А ближайшая часть, которая расположена в непосредственной близости, это вот мы. Вот, оставить мы тоже не можем. Понятно, что опасно, но как бы тут дальше нами мирные жители, поэтому уйти навсегда мы никак не можем. Давай сюда, жена все равно спалила. Сейчас камеру не врубить. Куда ты выходишь? Хорошо. Чем ты занимался раньше? Я в родном городе, в Сочи, занимался общественной деятельностью. Помогал там субкультурам молодежным. Помимо этого, этнические фестивали поддерживал, проводили. Этнос очень неоднократно там помогали, показывали культуру своего народа и помогали другим народам проявиться. Так что занимался общественной деятельностью. Последние 2 года начал заниматься сельским хозяйством, поехал на родину, в Абхазию, этническую родину мою. И с братом построили теплицу и начали, ну, для себя так, свой интерес проявляли в этом. Ну, оба мы городские жители, и всегда каждое лето ездили в деревню отдыхать, поэтому какая-то тяга к земле у нас была. Потому что для нас это было отдыхом и как-то воспоминанием с детства, что, ну вот, период того момента, когда мы считали, что каникулы, это все. Вот 2 года мы этим занимались и все оставил, не задумываясь, не осматриваясь назад, приехал сюда. Ну а брат-то что сказал? Сказал, ты что, сумасшедший? Настолько все наладилось. Мы... Да, у нас и так всегда все было налажено, но брат... На то и брат, он знал мои взгляды, что всегда понимал, что тяга к справедливости, она у меня всегда впереди и превыше была. Я не думал о каких-то последствиях никогда, когда видел, что мог где-то исправить. Всегда у меня есть такая фраза по жизни, я ее часто использую, что в жизни, что в разговорной речи. Мне не по силам сделать мир чистым. Но чуточку чище я могу сделать и буду делать, пока по силам. Ну вот был нанесен удар в районе ЖД вокзала. Это вот, она, вот эта дым, где горит? Это что видите, да. Видать, или поправка на ветер у них неудачная, или корректировщики. Ну, там бить не почему было. Так там же люди. Там только живые дома. Или они хотели ответить по вокзалу, или по людям. Это провокация. Одно скажу, что мы на эту провокацию ответим им, потому что вот эти твари, что творят, вот мирных граждан бомбить и так далее, терпели достаточно. Политика, политика, мы понимаем, на камеру они все красиво говорят, но на деле мы видим. Мы идем вам отвечать. Все, сейчас я выдвигаюсь по районам, буду зачищать. Давай. Так, всем готовность номер 0. Алло. Дайте мне. Я захожу в поселок, по 4 человека на перекресток буду зачищать. Внимание! Малыми группами они выходят с аэропорта. Идем сейчас цепью. Там распределяемся по кварталам. Не даем никому выйти. С нами Бог, никто ничего не боится. Они сейчас будут малыми группами заходить в поселок. Пойдем просто на стратонавтов, на Спартак. Сейчас выдвинемся малыми группами в каждом квартале, чтобы, ну, не дать им возможность нагадить там. Потому что они сейчас, уходя, думаю, будут кусаться. И кусаться они могут только по безоружным. Из-за этого не дадим эту возможность. Застрахуемся и зачистим аэропорт.
Достали они уже. Чего им дома не сидится? А вы где? Вот. Ну и мы вот. Какие? Ну, да нет, а... ну, они сейчас градом отработали. А ваши что надо? Где что-то? Давай, давай, подтягивайте сюда и дальше пойдем. Есть добровольцы, есть ополченцы, есть справедливость, несправедливость. Но война, она не может быть в белых парадных перчатках. Вот что... в твоем представлении было так, а что не так оказалось? Ну, я, скорее всего, морально готов к этому был, потому что я для себя имел представление, что для кого-то война, для кого-то мать родная, потому что мы это пережили. Мы были под знаменами одного подразделения, но когда увидели, что где-то тяжко, и реально люди пошли, чтобы устоять, мы, не задумываясь, пошли им помогать. Да, хирург! Гаражи и болота. Минометами и грады, а? Это который к вам ведет, да? Так. Чуть-чуть. Тихо, пошло что-то. Со стороны собора? Понял, понял, понял. Мы? Оплот. Оплот перед вами прямо, да. Они нормально закреплены, что они терминал просматривают. Тогда соседний, помнишь, куда мы этот снайпера сажали? На пятиэтажку, что ли? Соседние недостройки. А, ну-ну-ну. Там через забор зайдите, там позицию займите, чтобы просматривать именно терминалы, здания уже наши. Понятно. Вы подтянете, мне не идет, что справа от вас хирург. Ну что, привет могу передать? Россиянам, братьям. Ну, жене привет. Расскажите, что там впереди? Укропы сидят там впереди, гады. Выдалбываем. Много их? Без понятия. Когда выдалбим? Скоро. Скоро, планируем очень скоро. Взялись плотно, пушками, танками. Выкурим. Когда звонит? Он с гостиницы уже выкурили, осталось с подвала выкурить и все. Говорю, что дело? Тут ваши, в принципе, да, уже в метрах? С левой стороны уже 3 дня наши, с правой стороны. Тоже ваши. Наши уже здание держат это неделю. Все пустое. Lexus центр и не, вообще метро. Вот это вот все здание пустое. И иногда приходят через подвал чисто снайпера работать, но сейчас уже там их нет, потому что ну, стреляют с терминала. Если что, мы можем вот сработать по этим окнам, вон, видишь, верхние окна вот эти вот, верхние и нижние, по этим можно сработать. Просто помощь, если понадобится, только можем, только вот это вот.
Ну да, больше ничего не сможет. Все, не проблема. И еще этот, настройте 438-75. Его укроп, что ли? Да, вот он. 433-75. Уже поменяли? Нет! А то мы тоже недавно слышали. Мы их херячим, а они нам рассказывают. Да. Где там потолки падают? Рядом, да, не долетело. Сколько? Наше подразделение занимается только тем, что помогать. Чем можем, как можем, даже элементарно. Многие попачкались в гуманитарке, многие там какие-то отчеты выкладывают, которые, ну, не те, которые нужны. Мы сразу показываем, кто нам привез, что нам привез, и сразу мы идем раздавать и показываем, куда это уже, кому мы раздаем, из рук в руки и так далее. Мы пытаемся каждый свой шаг, ну, благодаря вашему брату, как говорится, журналисту, который всегда там, когда мы идем в бой, и он идет с нами, не боясь ничего, я не знаю, что они тоже многое делают, информационно прорывают это, ту блокаду, которую мы существуем. Мы их не дистанцируем от себя по одной причине, чтобы люди видели, что мы здесь помогаем, а не какие-то свои личные амбиции исполняем. Give it up, Hasbro. И тебе привет. А? Не, это мы, мои как и были на тех позициях, которые обозначал эти, лево и право. Ну, больше не продвинулись. Метры, наверное, заходили мои, отходили, они там не будут, там простреливается все. Не, лупите нормально там. Единственное, слышишь, на терминале снайпер нас... На терминале там один снайпер моих ребят этот лупил. А где стоит? Давай, подожди, я ехал. Алла как бар! Огонь! Отдай выгоняй, чем ты? А попасть в то поле. Тебе заразить надо. Транспорт. Нет, сейчас. Еще один камера не настроена. Все уши держим. Рты открываем. Заряжай. Огонь! Попали! Да. Давай, Лепино! Ты прижала, хватит со снарядом. Нынче надо покатать. Я откровенно собираю свое подразделение и рассказываю. Каждый раз, какое предложение не приходило бы, я им говорю. И мы взвешиваем, чтобы не было, что, ну, я решаю судьбу их. Потому что я ими выбран. Я не назначенный командир. Я выбранный командир подразделения своих ребят. Так что все откровенно с ними. Ну, начнем с того, что мы каждый осознаем, что мы здесь пока нужны, пока помогаем. Я сам... Изначально, когда сюда приехал, мы еще в Шахтерске были, я всем ребятам объяснял, что я командир у вас сейчас по обстоятельствам,
потому что, ну, мы пришли на эту позицию, к нам люди подтянулись, и так получилось, что, ну, я был на этой позиции командиром, и коль вы пришли, я у вас остался автоматически командиром. Но я говорю вам откровенную правду, скажу, что я хочу, чтобы командиром был местный по одной причине, что, ну, я-то после окончания домой вернусь. А моменты ветеранские, ну, много разных моментов, там, кому-то помочь с восстановлением жилья и так далее, я говорю, это должен быть местный. У них одна живая бэшка еще. Он говорит, бэшкой прочеши зеленку. Тот говорит, ты с ума сошел, говорит, бэшкой, говорит, против танка работать. Хорошо. Давай я пойду. Абхаз на связи. И что там? Побеседуй с ними. Дадим им коридор, пусть уходит. Ну, до вышки самое главное было, что он получает. Ага. Принял. Плюс. Вышка, вышка Абхазу. Я бы не давал коридор. Кто там еще был? Броня, боксы, броня. Боксы, боксы, бокс 2, ответь Абхазу. Да они просто так скажут, парни, они все слышали звон. Вышка, не надо переходить на телефонный режим, выйди на связь. Вышка Абхазу. Мне кажется, они изменили частоту в Абхазу. Да это они скорее тишину дали, на телефоны перешли, им невыгодно, сейчас они будут паниковать. Сканируй пока сеть. Вышка Абхазу. У вас есть 15-20 минут край. Надежда на то, что идет подкрепление, вас обманули. Выйдите на связь, решим наш вопрос. Мы слушали их переговоры, видим, что им не очень хорошо, что какие-то надежды не теплят, бьют по городу. Ну, решили мы им объяснить ситуацию, потому что ребята, может, и в неведении находятся. Сказали, чтобы они не ждали подкрепления, что это все наивно, что не стоит нести каких-то потерь. Просто тихо, мирно предложили им сложить оружие под, конечно, нашу гарантию. Но вот они ушли в тишину. Ну, надеюсь, что разум преобладает, чем мнимая ихняя политическая идея. Я думаю, все-таки придем к общему. Не придем, тогда будем зачищать, что делать. Они уже достали нам 1 числа детей в школу отправлять. Они сегодня разбомбили школу, детский садик. Ну, не можем мы так допускать уже. Так что перемирие они не соблюдали. Почему должны мы его соблюдать? На их не ответ, что по ЖД вокзалу, что по школе, мы пойдем на штурм. Вышка Абхазу. Ребята, не истерите, выйдите в эфир. Какая-то, блядь. Повтори. Да тихо. Что насчет нашего предложения закончить миром? Решает. Сколько времени вам надо? Просто реально говорю, ребята, подкрепления там нету. Не надейтесь. Я принял, но это не от меня зависит. Вчерашний ваш эфир, где вы фамилии, имена называли, все четко знаем. При сдаче бумаги эти отдадутся вам, вы сами их уничтожите. Огонь! Браво! Браво!
откровенно скажу, что были возможности в моей жизни, и касаемые карьеры, и касаемые даже того круга общения, которого я имел, они меня всегда тянули и пытались, чтобы я куда-то вверх или в бизнес подался. Не имею такой тяги, имею одну тягу, что сегодня, коль я где-то что-то представляю свой народ, я принадлежу своему народу. Если бы я был бы, как говорится... Россия, Абхазия. Россия, Абхазия, да. Ну, никогда не уйду в такую оппозицию. Я для себя скажу, что прошлые, когда моменты возникали в моей республике, я, может, был против лидера, но не был никогда за оппозицию. Это Бальцева. Еще многим дали такие? Ну, когда героев Донецкой Народной Республики прибавилось, и все ребята достойные, с кем я лично не то что знаком, но вместе в бой ходил. Так что сейчас они все выйдут, вы их увидите. А кто награждал? Награждал министр обороны и глава государства. Так что это для нас почетно, что те люди, по кому мы равняемся, нас оценили, дали высшую награду этой новой молодой республики. Здесь у тебя статус, ты герой ДНР, понимаешь? Там скажут, что это за медаль, я не знаю такое. Кто ты такой? Почему ты с оружием в руках? Вон ты, это самое, там с винтовкой, тут с автоматом, тут ранен, тут командовал. По какому праву? Ну, откровенно скажу, что мне удалось в период, пока я здесь нахожусь, выскочить на пару дней домой и отдохнул. Откровенно скажу, когда ты идешь по родному городу в спортивном костюме, без оружия, налегке, тебя, ну, кроме друзей, никто не узнает, и даже большинство друзей не знают, где ты находишься. Потому что как-то Сочи чуть-чуть, может, сторонние от новостей, они более умиротворенно живут этим плане. Я отдыхал, честно скажу. Ну, сейчас вернешься. Вернусь, и вернусь, я буду жить, как жил. Благо, что наш президент, он очень мудрый человек, и правительство издало закон, где мы не являемся террористами, а являемся добровольцами. Нас эта статья уже не беспокоит. Я думаю, она не побеспокоила бы, потому что там тоже люди, и они осознают, что мы сюда пришли по зову сердца, а не за деньги или за что-то, за какой-то статус. Президент Абхазии или президент России? Президент России, президент Абхазии избран недавно, и он тоже внесет свою лепту по одной причине, что я когда приехал, он меня лично встречал, принимал, и я видел, что никто меня там не осуждает. Нет, я тебе говорю о формальности. Да, я формально сказал, что юридически, если какая-то проблема или казус возникнут, они меня в беде не оставят, потому что они понимают, что это только добровольческое движение. Это не то, что я хочу принести к себе на родину. На передовых позициях идут бои, а внутрь территории народных республик украинские силовики отправляют отряды диверсантов. О них ополченцам сообщают местные жители. Вот оперативные группы выезжают на проверку этих данных. Окраина Донецка. Данные о появлении диверсантов подтвердились. Беги. Коль, нас. А? Нас. Ну, похоже, да. Ну, как весело. Да. Да. Когда пулин над головой летает. Да. Вот так вот. Они постоянно пытаются вот так вот заходить. Ну, сейчас затихло, будет еще идет или... Какие сейчас данные есть? Там Одиночные отстрелянные от них идут. Насчет раненых пока сказать не можем, так как мы малой группой, но широким фронтом. Сейчас уточним все наши данные, попробуем зачистить территорию, посмотреть. Но, скорее всего, я думаю, они оттянулись или мы их уничтожили.
После перестрелки украинские силовики отошли. Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» проводят зачистку разрушенных зданий. О, кстати, рожок еще. У нас как раз рожков нету. Семерка. Сразу видно. Вот. Тут пацаны обнаружили пулеметчика своего. Он прикрывал отходы их. Вот. Здесь он. Гильзы. Все разбросал. Дома у тебя есть семья? Конечно. А здесь? Ты имеешь в виду дети? Да, я жду третьего ребенка. Ты с супругой поедешь туда? Да. Это тяжелое решение, ведь там тоже дети. Не, ну там уже в разводе я... Не тяжелое решение, потому что... Одно скажу, что женщинам мне всегда везло, они очень мудрые мне попадались, достойные. И там, где мои дети растут, они знают, кто у них отец. Никогда обид никаких не возникало. И поэтому нет с этим проблем. Есть тот момент, что многие оседают, многие привязываются к этой территории. Там. Но у нас у Абхазов отдельная история, потому что как бы хорошо, где бы мы ни жили, историческая тяга к своему дому, она всегда у нас присуща. Не, ну туда есть куда возвращаться, там Абхазия. Да. Это... Самшитовая роща, это Рица, это... Кадоры те же, это сахарная голова, пускай раньше пугающие названия, но сейчас... Это те красоты, которые, когда я видел, пока, когда я по ним гулял, я их так не ценил. А когда сейчас в голове не всплывают, ну, да слезно. Одно скажу, меня поддерживают ежедневные звонки моих земляков, руководители ансамбля, депутаты. Это те теплые люди, когда они мне звонят, я ощущаю себя дома. Вот это единственное, что, наверное, не надламывает меня. Добрый день, Абхазии. Так как сегодня переживают дончане, 90-е годы нас застали. Мы знаем все это на личном опыте. Знаем, как тяжко, и знаем, что нужна всегда братская поддержка. Так что мы назвали свою группу «Пятнашка» и приехали сюда. А сколько у вас Абхазов, если не секрет? Нас абхазов как китайцев никогда не посчитаешь. Из какого ты города, если ну? Родился и вырос в Сочи, приехал сюда из Сухума. Что впереди там? Впереди там находится аэропорт. Как говорится, наши недружелюбные соседи, которые нас считают террористами. Но как мы можем являться террористами, когда местное население к нам относится иначе? Когда мы выходим зеленку, да? В зеленку, так называемую, чтобы сюда близко не подошли, потому что за нами, если вы видели, сразу жилые кварталы начинаются. Все люди начинают молиться за нас. Я думаю, это о многом говорит, когда местное население молится за добровольца, чтобы он вернулся живым домой. Так что, как бы нас там с той стороны не обзывали, не называли, мы знаем свою цель. Мы знаем, что сюда с открытой душой пришли и не за деньги. Мы, наоборот, за свои деньги приобрели все, что вы на нас видите. Мы за свои деньги сюда приехали. Местное население приносит гуманитарную помощь, там, воду, не воду, подкормить. Так что взаимодействие с местным населением очень плотное. Скажи, сейчас как бы артподготовка проходит, какими силами? Ну, знаешь, артподготовка проходит теми силами, что мы имеем. Что нам, как говорится, наш спонсор, украинский друг, оставлял, убегая. Конечно, они сейчас будут обвинять там Россию и всех там тому подобное. Но нет. Все, что вы видите, это все трофеи. Военные трофеи. И, ну, им не за что здесь воевать, и они это понимают. Просто они пришли сюда наобум по приказу. А как говорится, мы знаем, куда нам идти, они знают, куда им бежать. А их там сколько? Потому что называют цифры от 500 до 2000. Знаете, когда нас сюда перекинули, говорили, что их здесь до 3000. Но после того, как мы чуть-чуть им нервы потрепали, у них дезертирство. Они бегут. И
как говорится, сейчас по нашим предварительным там, разведданным и так далее, их до 1000 человек. Ну, я думаю, день-два и этой цифры тоже не будет. Так что, украинские товарищи, передаем вам большой привет. Идите к мамам, тихо, спокойно. Не делайте так, чтобы вас привозили к ним. Я и так могу представиться, мне нечего скрывать, как видишь, я без маски. Элементарно, даже я сюда задался вопросом, приехав, когда нас называют террористами, а те люди, которые от нас зачищают, бегают в масках. Якобы официальная власть. Зачем им маски? Мы, добровольцы, приезжающие сюда, мы свои лица не скрываем. Мы знаем, за что мы сюда едем. Звать меня Ахта, фамилия моя Авицба, позывной Абхаз. Я думаю, они часто это слышат. Вот так, смотри, какой ты пушистый сейчас. Добрый. Пушистый, что? Ручка в руках. Звук. А, звук. А, но у тебя закон, выпил, выстрелить в ногу. Вообще он работает? Он практикуется или нет? Ну да, жесткий закон, неправильный, может, где-то меня бы не поняли. Но одно скажу, это война. Чем я, уходя куда-то из расположения, буду думать, что бы ни случилось, это... Ну, мне надо за другое чуть думать. Из этого ввели такой закон. Кого не устраивает, мы нет, не говорим. Мы говорим, ну, иди в другое подразделение или иди домой. Ну, ты стрелял в ногу? Я не стреляю. Я обычно заставляю это делать с командиров подразделений, ну, в которые там взводный, ротный, к кому он относится. Потому что они, это их упущение. Ненависть, насколько она в тебе развилась вот, с момента перехода границы? Скорее утухла. Я, когда смотрел новости, когда видел то, я очень злился. Название называется «Пенек» по той простой причине, что все верхние этажи уже рухнули, осталось целых только два, и вот небольшой такой остов в самой середине. Сейчас здесь закрепляются бойцы подразделения Абхаза, оборудуют здесь специальные огневые точки для того, чтобы отражать огонь противника и возможные прорывы со стороны РЛС. Находится это место, эти позиции украинской армии, где-то в километре отсюда, именно оттуда все последние штурмы аэропорта и нового терминала, точнее попытки штурмов украинской армии происходили. Были они все, напомню, отражены буквально за ночь, как рассказали нам бойцы уже в этом здании. Сюда пытались три раза прорваться украинская пехота при поддержке бронетехники. В общем-то, в здании было найдено много трофейного оружия. Не раз украинская техника пыталась его штурмовать еще до того, как ополченцы здесь окончательно закрепились. То есть ситуация была достаточно абсурдная. Под руинами похоронены до сих пор тела тех киборгов, как их называют в Киеве, которые находились в диспетчерской вышке в тот момент, когда она рухнула. Но, тем не менее, украинские танки не стеснялись утюжить эти руины, думая, что здесь уже находятся ополченцы. На самом же деле, по факту, укрепляются здесь в полной мере и уже достаточно спокойно передвигаются к этим позициям. Начали буквально накануне бойцы из подразделения Абхаза. Теперь уже можно сказать, что и отсюда, в общем-то, можно вести прицельный огонь по позициям украинской армии под аэропортом, так как в самом аэропорту, напомню, их уже нет. То есть ненависть, ты говоришь, утухла ненависть. Это как-то это обратный процесс, она только развивается? Нет, я тоже думал, что я сюда приеду, я, наверное, глаза у меня будут от злобы красные и так далее. Просто уже на мой период, когда я сюда приехал, не было тех негодяев, которые были в Одессе. Не было тех негодяев, которые, наверное, расстреливали аэропорт, потому что они скорее были моментным явлением, которые потом, ну, они сделали пакость, а потом уже где-то отсиживались в Киеве, тем более у них выборы прошли, половина там в Раду ушло и так далее. Просто кого мы в плен берем, мы наблюдаем жалкое зрелище, какие-то непонятные трактористы, непонятные штукатурщики, маляры и так далее. Кого-то, ну, хочется просто по попе нахлопать и домой к мамке их отправить. Хотя ты понимаешь, он в тебя стрелял, он тебя хотел убить. Ну, как-то совсем не то. Не то ощущение, которое, я думал, будет. А вот стрелять не будет.
охерели, я грубо говорю. Она как это, слышишь, она стояла, рассказывала. Мы тут перегружаем и едем, они были. Я не знаю, я же не командир. Простые смертные. Все, все, понял. А сами откуда? Зем, что это такое? Да, Севрон укроп. Севрон укроп, который сейчас нашли. Бежали отсюда, кто бросили. Я сюда ехал. Я с собой взял абхазский флаг. Единственное, ну, не считая то, что я форму купил, там, ну, то, что карманные деньги имели, и друзья в дорогу накидали. Я купил форму, разгрузку, ну, чтобы все со своим прийти, потому что понимал, что... Ну, прийти глупо чего-то здесь требовать, когда здесь война идет, а не свою. И я, переходя с этим, сюда шел с мыслью, что да ничего со мной не будет. Вот реально, я в это верю. Я сюда пришел помочь, и я помогу до конца. Ну, мне когда земляки там писали, там, будь аккуратен, там, и так далее, я всегда писал, что я сюда привез наше знамя, и на Дне Победы я его подниму. У тебя есть личные враги? Я никого лично врагами не называю. Не знаю, грузины уже показали репортажи и назвали, что я развалил целостность Грузии. Хотя не знаю, как я мог развалить их неграмотную политику, которая привела к распаду Грузии. И назвали меня врагом. Я лично их врагами не считаю. У меня и родственники есть, и друзья. Я рос среди грузинов. И так что у меня нету таких моментов. А на той стороне, с которой сейчас воюешь? На той стороне тоже не имею личных врагов. Я не хочу давать им возможности себя раскручивать и втягивать у нас какие-то перепалки. Для меня нет врагов. Для меня одна задача — вытеснить их отсюда, чтобы уже народ спокойно мог выходить на улицу. Сейчас ты себя ощущаешь генералом? У тебя большая машина, у тебя свой кабинет. Дневально сейчас крикнешь, они все прибегут. Твои приказания – это закон. Вот. Нет, не ощущаю. Я такой же, какой был. Пришел. Большая машина – это... То, что не смогли унести противники, в разведке мы ее нашли. Они от злобы даже колеса попробивали, аккумулятор унесли. Но мы рискуя, понимали, я вот сейчас не о машине, я тебе говорю, вообще говорю, за внутренней что? Психологии твоей. Внутренняя психология, я же говорю, что для меня все, что есть сейчас, это не мое. Это... Донецкой Народной Республики. Даже мое подразделение.
наши заслуги. Мы, если делали с этим именем, что оно народное, значит, мы для народа. И как-то вообще ощущений иных не имею, потому что, ну, я их принимаю на равном. Пусть ко мне зайдет рядовой, пусть ко мне зайдет ротный. У нас нету таких моментов. И сверху вниз не смотрю. На равном. Всех я их братьями называю, но так и есть. Я не заставляю их отдавать мне честь и так далее. Нет у нас то, что они должны вскакивать, когда я захожу. Есть то, что они привстают, это уважение. Это на Кавказе так принято, когда мужчина заходит в помещение, оторвать свою пятую точку и проявить уважение. Но не как к командиру, что... Потому что я понимаю, что страх, а что уважение. Вот я пытаюсь, чтобы мое подразделение меня уважало, а не боялось. Сейчас я его раскручу, а то они на скулу закрутили, как это попало. И голову сюда поставили, тут валенки. Стоять. Эх, флаг мы не принесли, флаг еще. Давай сходим. В стекляшке. Ваня должен дать флаг, хотя бы ДНР. Это, а, вот здесь, прямо... Не, вот где мы были, у Абхаза. На третьем этаже. Сходи, скажи. С которыми он приехал, разговаривал. Пёр первый, пулеметом скосило сразу. Долетел до земли уже, наверное. Следующий был таран тоже, но его сразу нашли, похоронили. Отвезли в Москву. Это вот 4,5 месяца. Его на том месте, где упал воронок, много было, получается, что его, видать, отбросило сильно, еще и присыпало. Флаг внутрь положим. Кого? Флаг. Не, флаг мы ж родным отдадим. А? Флаг родным отдадим. А, флаг в смысле, когда фотографировать, ну можно на цинк. Поможет мне там в сторону отставить. Вроде нормально лежит. Давай. Не дали, что ли? Не дал? Сейчас там это... Они хотят два флага принести. Вот поэтому сейчас и принесут. Ну, за нашу историю мы потеряли четверых. Это много. Вот только при нас двоих провожали. Ну, двоих при вас и двоих мы до этого отправили. Начнем с того, что я осознаю, что для меня это потери. Но возьмем в расчет, мы месяц обороны в Шахтерске держали. Мы были дважды на штурме Иловайска. Мы были на штурме Еленовки, в аэропорту, Авдеевская часть, Петровка, ну, Петровское село, линию фронта, когда выравнивали, Углегорск, Дебальцево. Все это штурмы. И для штурмовой группы 4 человека, да с нами Господь нас оберегает. Смотри, я вот так аккуратненько. Он сдвигается. Не надо. Тут диагонали, видимо. Я потом вытяну.
Тут вот эта нижняя коробка косо пошла. Привет, передавал. Всем привет, огромный. Прям большой. Вот. А там я так планирую, сейчас потише станет, планирую приехать. Просто я не хочу приехать. Ну, события можно забрать. Сейчас его сейчас сам приехал. А мы... Поставьте. Быстро, быстро, стулья поставьте с правой стороны. Славу героям Донбасса! Огонь! Ну вот, жизнь так сложилась, что не опасаюсь. Как говорится, что предначертано, сколько отписано, столько и проживем. Азарт, ажиотаж внутренний, вот что может вызвать? Драйв? Драйв. Азарт, азарт. Ничего такого не вызывает. А как можно воевать без азарта? Ну, и мы же не воины, мы же не жаждем такого. Не-не-не, как это не воины? Не, мы добровольцы, которых жизнь заставила стать солдатом. Сейчас в мире много где война происходит. Но если бы у нас этот азарт вызывало бы или адреналин, мы бы, наверное, и туда поехали бы. Да нет. Половина твоих уедет туда. Может быть. Я же за себя сейчас говорю. У меня этого азарта нету. Ну, страха смерти тоже нету. Не только потому, что я так говорю, а вот элементарно, когда рядом со мной прозвучал взрыв и меня кинуло. Ну, у меня сразу закрылись глаза, свело мышцы. Первая мысль моя была – умер. Вторая была – черт с ним. А потом думаю, если я уже за вторую успел подумать, значит, все нормально. Уже как-то, ну, приоткрыл глаза, отполз, там уже ребята подхватили, вынесли меня с поля боя. Но всю дорогу был в сознании, все понимал, все комментировал. И понимал в тот же момент, что, ну, я командир, получил ранение. Люди, чтобы не запаниковали, всю дорогу пытался с ними шутить, подкалывать там как-то, подкусывать. Там где-то моменты прикрикнуть, еще что-то. Ну, чтобы... Ну, это как-то их взбодрило, чтобы показать, что с командиром все в порядке. Ну, вот, в принципе, окраина Дебальцево. Это фактически, да, фактически в котле находимся, получается, да? Да, окраина Дебальцево. Привет, бомжары! Вот ребята, они готовятся защищать. Сейчас пойдут. Пятнашка! Кто самый сильный? Пятнашка! Ну, у нас какой момент? Мы когда сюда пришли, еще тогда модно было в этих балаклавах бегать. Мы ни одного дня не одели балаклавы, и ни мое подразделение не выходило в балаклавах. Мы балаклавы можем одеть, там, когда спецоперации, там, снег или еще что-то, чтобы слиться, ну, так как мы разведиверсионная группа. Это когда идем на передовой. Ни в городе, нигде, ни перед камерой. Мы балаклавы не одеваем. Нам нечего стесняться, нам нечего бояться. Из-за этого мы открыты. Все наше подразделение настолько открыто, что, ну, я сомневаюсь, что есть то, что о нас не знает кто-то. Что враг, что друзья, что простые люди. Мы специально создали группу. Мы обновляем там раз в неделю что-то. Нет у нас черного белья, который
мы бы захотели, чтобы открылось потом. Нет, мы откровенны. Или проедем с ними. Как хотите. Поехали. Садимся. Ни одного приказа, придя сюда, я не получил. Все наши штурмы, только добровольческие, когда мы узнавали, мы приходили, мы планировали. Есть те операции, которые очень успешны в том же котле, которые без лишней скромности планировали. И всегда, не скажу, что я своих ребят не люблю, и многие там командиры пытаются иногда там придержать или линию фронта себе послабее выбрать, ну, чтобы сохранить, да. На штурм я сразу пришел и сказал, что пойдут мои ребята. Я отправил 15 человек. Многие там начали, пятнашка. Там 15 человек. Я говорю, да. Они говорят, ну у вас название пятнашка. Сколько человек? Я говорю, 15. Ты не волнуйся. Мои 15 в вашем сотне будут стоить. Отправил по одной причине. Что разные группы, неподготовленные взаимодействия, и мог быть срыв операции. Срыв операции бы заставил нас увязнуть, и мы пострадали бы от арты. Я в своих ребятах во всех уверен, и поэтому я их отправил первым. Воюя, успеваем делать и гражданские дела, и как я был общественником, я так и остался. Мы запустили Юго-Восточную лигу КВН, мы провели рэп-фестиваль, мы провели для автогонщиков «Зимнее кольцо». Отворят вайп на лицах, я улетаю, проникаю в эти лица, твои окраины напоминаю, краю, я хожу по ней, мечтаю, таю на глазах, пишу, потом читаю, лунный свет твоего ночного взгляда. В глазах то отчаяние, то оптимизм, нам полюбится погромче, нам еще на жизнь, вот как тот, кто ставил слоган, вон проклят, уже не опасны, только гляньте, видно нету дела вам. Приглашаем народные ансамбли, приглашаем простых рок-исполнителей и так далее. Ну, здесь люди разношерстные, и не каждому по вкусу, например, та музыка или иная, но они все приходят и слушают. И когда они вопрос задали, там, а можно, ну, когда мы еще только собирались это все организовать, а можно мы не пойдем, там, мы такое не слушаем. Я сказал, ребята, может, вас эта музыка будет раздражать, может, вы в тот момент будете сидеть и думать, что они играют. Но вы не будете думать о том, где их стреляют и как взрывается. Вы отвлекаетесь, оно вам надо. После, это только один раз вопрос звучал. И после моего ответа все приходили на и тот же КВН, который мы показывали, команды приезжают здесь. Мы пытаемся поддерживать там жизнь общественную, и чтобы потом это нам легче было. Чтобы мы не забывали, откуда мы, как мы, что мы не солдаты. Еще раз, чуть-чуть поехали! У меня это Донецкая область. Второй этап, я уже не знаю, как он будет, но у меня много ребят из Харькова, много ребят из Запорожья. И я знаю, что там аналогично думают и ждут, когда придут. Многие уже там пытались подняться и так далее. Кто там с нами на связь выходил, мы им говорили, не торопитесь, ваш час придет. Не надо сейчас себя губить. Не знаю, для меня покой Донбасса. Вот остановка моя. Харьков это не Донбасс? Нет, имею в виду, что ребята у меня из Харькова. И как-то им надо сделать. Когда покой на Донбассе наступит, это, скорее всего, не когда мы придем к границам, а когда уже власть в Украине поменяется, и она начнет говорить, а не стрелять. И когда мои ребята уже смогут, ну, или получат там амнистию, или уже эти земли до конца у них отвалятся,
чтобы они спокойно могли возвращаться домой. Хорошо, все, это хорошо. А сахар раздайте, пожалуйста, сотрудникам. Вот как напишите сейчас, так и будем. А. На целый день поедете. А вы помоете? Умнички. Конечно, хорошо. Дима. Да? Дима, держите, не мне. Ребята, какие у вас классные рисунки. Какие классные рисунки, особенно у Вовки. Это что у нас? Сухофрукты. О, прекрасно, прекрасно. Компоты варим каждый день. Потому что да, фрукты. Нет, сухофрукты каждый день компоты. Каждый день компоты. Так, возьми бананы. Можно же бананы будут детям? Да, мы их прямо сейчас раздадим. Ну, вот ребята раздадут. Да. Яблоки. Мы занимаемся гражданской жизнью, и я своих ребят, многих к этому приучаю, потому что, чтобы не было потом болезненного вхождения в мир. Потому что они же не все солдатами будут. Не каждый останется в армии. Даже ты дай ему полковника, генерала или еще что-то, но он не останется в армии. Многие по возрасту, многие по здоровью. И мы это прекрасно понимаем. И мы готовим к гражданской жизни. Мы каждое воскресенье проводим какие-то мероприятия. Просто вопрос. Проходите на низ, вы уже знаете, куда идти. Да, Оксаночка, давай. Ну ты же сказала, кто пришел, все, что. Хотя другу, я другу, да. Да, а где друг? Кто не подошел? Кто с ним? Саша, он потом у нас бывает. Ну понятно. И не балуйтесь вообще. Правда, правда. Хорошо, да. Ну, вы даже больницы, а я, наверное, 21 же с теми вообще же сказала. Еще у нас двое в больнице. Больница, да? Да. А болеют, детский да. Дом в Донецке, вы в дом малютки кого-то отправляете? Нет, вы просто новенькие, недавно, наверное, детки, да? Ну да. Да, это же как раз и поступили Севастьянова. Севастьянова недавно. Яся, ты ехала со мной, сидела, не ехала, рассказывай. Поломали себе? Дайте рецепт ее, чтобы у вас есть здесь окулист. А, это же сестра, Людмила Александровна. Да, выпишите, какие нужны. Не, ну есть, я видел, они у нее были перемотаны. Женщины в коллективе, они нас чуть-чуть отвлекают. Не в плане гормонального еще что-то. Так же, как и КВН, та же беседа, тот же какой-то вопрос, совет. Ну, он отвлекает. Женщины, они есть, это мы не суеверенные, как моряки, что женщина на корабле к беде и так далее. Женщина на нашем жизненном корабле – это только упорство и понимание. Мы ходим чистые и опрятные – это их заслуги. Мы кушаем сытно и вкусно – это их заслуга. Как, командир, наши девочки себя вели? Нормально? Да, наказывать сегодня их не будем. Акция, а вы как? Да. О, спасибо. Это веселый молочник. Гуманитарка. Не надо, не давай. Да. Да. Я вижу, только одно тело только снимает. Так, а мне? Во, так бы сразу. Это за то, что вы себя хорошо вели, да? Ты на телекон не бегала? Бегала. Да-да, на. Кто еще, девочки? Кого не угостил? Мы находимся не так на открытом территории. Полно, с тобой вот такая вот хрень, блядь. Сейчас, пока он посмотрел на вас, каким питьем. Да это я для себя. Уяка сзади за что-то рука зацепила тебя. Да. Нужно покушать. Где-то там. Да. Конечно. Медицина, их заслуга. Когда мы проводим тактические какие-то тренировки, они наравне. У меня нету женский норматив, мужской норматив. Они наравне пробегают одинаковую дистанцию. Они наравне поднимаются несколько раз там на террикон. Они даже иной раз лучше это делают налегке. Они наравне на стрельбы ездят также, потому что мы прекрасно понимаем, что мы находимся зачастую на передовой. И они с нами находятся там. И в случае чего они должны уметь стрелять из всего. И они это делают.
не вычислили по звуку, откуда стреляет. Сильно так, это в грязинке сильно. А то будет у тебя тени. Давай сердце. На две недели. И женщина всегда лучше стреляла, мы это знали. Да, мы не хотим их брать там в атаку по одной причине. Это женщина, она должна воспитывать детей. Но обороняться она должна уметь, потому что также в ее очаг может прийти какой-то нехороший человек и все. Это что, тренер, да? А вот, тренер стоит. Строимся по три человека. Погнали, парни. А что так лопану? Ок. Косить надо с фантазией, пацаны. Вот кто мне скажет, почему я не бегаю? Я всегда жил, смотря только на завтра, послезавтра, там, или месяц вперед, на все воля Творца, и говорить, что послезавтра меня не будет там, или я буду таким. Все жизненные обстоятельства. Все зависит от того, что как будет происходить. Я же никогда не гадал и не думал, что мне придется приехать на Донбасс не просто погостить там или посмотреть красоту, или тот же Евро, когда был, да, а придется сюда прийти и держать оружие. Не гадал, не думал. И поэтому не могу загадывать. Одно скажу, что если где-то возникнет аналогичная ситуация, где будет притеснен, там русский мир, будет бомбиться города и так далее. Не скажу, что если я сюда не выдержал, может и туда не выдержу, приеду.